тебя зовут? Si accorge netta la cupola favolosa è la sagoma della cattedrale di Sant'Isacco, centro di un altro insieme architettonico creatosi intorno. Sulla parete della cattedrale sono tuttora visibili le ferite delle bombe hitleriane. Come tutta la città, anche i suoi monumenti artistici soffrirono molto durante il lungo assedio di 900 giorni, senza arrendersi mai. Sant'Isacco è una delle più alte costruzioni a cupola al mondo e orgoglio di Leningrado e dei suoi abitanti. Alle ore 19 visita al Teatro Kirovskij. Dopo la seconda colazione, le attività libere. Buon appetito a tutti, grazie. Grazie, anche a lei. Buon appetito. Carlo, andiamo. Guarda. Stupida, ma dove l'ha lasciata la sua borsa? Non nemmeno per grazie. Città. A domani. Ciao. Grazie, grazie. Ciao, ciao. Ciao, bellezza. Ciao. Ciao. Arrivederci. Ciao. Я деньги получила. Ну. Пошли к Феликсу. Пошли. Пошли. Сюда. Так. Проходите. О. Лучший столик. Или сейчас нас дядя Феликс что ужином накормит. Дядя, так, ручки. Сейчас. Ай, момент. Чем нас будешь кормить? Вот, чем кормить ты будешь, а? Картошка. Не трогай. На. Феликс, что-нибудь по-быстренькому, хорошо? Угу. Хочу попить. Попить хочешь? Сейчас принесу, сейчас. Осторожно. Угощайтесь. Ты знаешь, нам телефон поставили. Вам поставили? Да, запиши. Вы что, квартиру получили? Держи. Запиши по админам хозяйки, ничего. Официант! Это мне. Но все равно запиши. Хорошо, запишу. Лимонаду хочешь? А где лимонад? Там. Там? Налить лимонад? Маме тоже налить? Никак не достать. Маришка. Никак. А теперь со мной. Да, носик, где наш носик? Где наш носик? Узнал. Феликс, посиди с Маришкой, мы потанцуем. Чего? Пошли. Феликс, посиди с Маришкой, ладно? Хорошо. Ну-ка, держи. Официант! Угу. Сейчас, я иду.
иду. Сколько мы тебе должны? Ну ты что, миллионер, что ли? Ну. Семь. Что семь? Семь рублей. Семь рублей? Нелли, дай ему 7 рублей. У меня нет. Сейчас. На, держи. Спасибо. Ребята, подождите. Спасибо. Меня минуту. Я сейчас приду. Ну куда ты? Ты чего разревелся-то, а? А где у нас эти Феликсы? Вот он, эти Феликсы. Держи-ка. Это тебя. Ну его. Ладно, пока. До свидания. Пошли, пошли. До свидания. Пойдем, Феликс. Всего доброго. Пока. Заходите. Может, ты снимешь с меня пальто сначала? Вообще-то говорят, пожалуйста. Пожалуйста. На плечики, пожалуйста, повесьте. Хорошо. Дай я помогу. Да не надо. Ну, дай. Ну, не надо мне помогать. Ну. Ну, что это? Ну, давай, 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 быстрее давай. Тапочки. Что еще? Да. Подушка. Давай, давай, давай. Животочки. Ну, детскую подушку. Да, 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 да. Рубашку принеси. А где она? Да, давай, давай. Что происходит? Скажи, скажи.
Пойдем погуляем. Как это погуляем? А ребенок? Попросим это. Она что, нанялась нам, что ли? Почему нанялась? Ну, попросить человека. Ты же хотел заниматься. Опять ведь не сдашь. Почему же опять? Не знаю. Может, потому что тупой. Шутка. Кто тупой? Я тебе скажу. Ну, кто тупой? Подойди, подойди, скажу тебе, кто тупой. Да. Точно, совершенно. Ну, Сережа. Не надо. Ну, Сереженька, мне жалко тебя, но надо же заниматься. Ну, Сережа, ну, встань, пожалуйста. Ну, Сережа. Тише. Маришка спит, слышь, как храпит. Это не она храпит, ты что? А кто? Это фельдшер храпит за стенкой. Это, знаешь, Светкин, Светкин жених. Ты знаешь, я не понимаю, чего она в нем нашла. Я вчера не могла даже на кухню выйти. Они сидели там, я не знаю сколько. Сережа. 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 Ну вставай, надо же заниматься. Ну надо же, Сереженька, ну что же делать? Ну. Садистка. Сережа, не садистка. Ну надо же заниматься. Не хочу. Иди. Смотри, совсем худышка стал. Иди, занимайся. Ладно. Привет. Давай, давай, занимайся, не отвлекайся. Здорово. Ты что, так и будешь заниматься? Ага. Всю ночь? Давай, давай. Представляешь, он дыма не переносит. Кто? Юрий Тимофеевич. Ну, я же тебе про него рассказывала. Он фельдшер, 2 курса медицинского кончил. А он что, тебе не понравился? Нет, почему? Хороший человек. Вот видишь, он очень хороший человек, правда? Он, знаешь, вот мы вчера с ним гуляли, долго гуляли по городу и в театр ходили вечером, и он... Знаешь, что он мне сказал? В общем, вчера он мне сказал о том, что мы с ним. Ну, в общем, мы распишемся. Вот такие дела. Представляешь? Поздравляю. Вот так вот. Свет. Это что, у тебя новый метод, да? Послушай, мы там... Ты что, вот так вот смотришь и запоминаешь, да? Нет, Свет, я хотел сказать. Послушай, Свет. Да. Понимаешь, Свет, тут такое дело, я тебе за 2 месяца квартиру должен. Я сейчас премию должен получить.
Я отдам, я потом сразу 2 месяца отдам. Ну, конечно, Сережа, конечно. О чем разговор? Знаешь, что мне в тебе нравится, Сережа? То, что ты заботишься о семье. Ну, Свет. Ну, Свет, ну перестань, а? Свет. Ну, ладно, я пошла. Бери. Спокойной ночи, Свет. Пока. Ни пуха, ни пера. Nem anotam szene kritikám, szadagotur hatkurcikás. Aritu, aritu, aritu. Szabte szerine, tu aus, tu aus, tu gajsa. Das lapas gajsa, vincs jamme zsálura. Относительная влажность 49%. Днем в столице будет 20-22 градуса. Переменная облачность. Сергей! Конор, к телефону! Алло, Неля, билеты? Билеты в театр? Не, не видел. Не. Сколько? 26? Не, не видел. Почему я равнодушен? Я не равнодушен. Да не, я не смеюсь, Нель. Алло. Алло, Нель. Алло. Алло. Приди, улыбнись, все расскажи. Главное, обаять мужика. Ни в коем случае. У тебя пропало 26 билетов. Ты что, смеешься? Постарайся ему понравиться и все. Нельзя этого делать. Он не тот человек, у него эти номера не проходят. У всех проходит. И у него пройдет. Иди и не бойся. К вам можно? Да-да. Прошу вас. Спасибо. Завтра к 10 утра, чтобы он был у меня. Все. Там кто-то просился в католическую церковь. Это у вас? У меня. Ну что ж, в чем дело, пожалуйста? Вы знаете, где католическая церковь? Созвонитесь, да. У них там есть телефон. Узнайте, когда место. Да. Прощальный ужин где у вас предусмотрен? В Метрополе. Можно им сделать русскую избу. А что это? Это ресторан. Свяжитесь с бюро обслуживания, они все сделают. Владимир Васильевич, вас ждут. Я занят. Вы что, никогда не были в русской избе? Простите. Позвоните попозже. Понимаете, Владимир Васильевич, я, собственно, по другому вопросу. Да, я знаю. У вас трудности личного порядка? С квартирой, правильно? Да, но... Правильно. Вопрос это сложный, но со своей стороны могу обещать полную поддержку. Вы у нас недавно, но проявили себя с очень хорошей стороны. А кто ваш муж? То есть как? Ну, я в том смысле, что, может быть, у него есть перспективы. Да, да. У него есть перспективы. Так что насчет костела, пожалуйста. Вообще, старайтесь учитывать их индивидуальные склонности, пожелания. В разумных пределах, конечно. Хорошо. Я пойду. У вас есть мой телефон? А, нет. Ваш? Ну да. Нет. Вот, пожалуйста. Если вдруг там какой-нибудь форс-мажор.
Прошу. Ну, хорошо. Ну, понимаете, не исключено то, что они не пропали, эти билеты. То есть, как не пропали? Ну, то есть, в том смысле, что они у нас? Если они у вас, то какой может быть разговор? Да нет же. Молодым у нас везде дорога, старикам у нас везде почет. Простите, пожалуйста, ну, тут такое дело. Я... Да, минутку. Понимаете, в чем дело? В том, что эти билеты, они не проданы и не потеряны. Понимаете? Вот, значит, ими никто не может воспользоваться. Воспользовались, воспользовались. Товарищи, вы молодой человек, ну, не знаю. Ну, вот так, да. Ну, не тяжайте столько времени. Ты же слышишь, вы просто так стоим. Ну, поверьте, ну, не просто так стоим, ну, стоим. Ну, подождите его. Ну, что давайте, видите, человек, он шадр тазит. Ну, это просто непросто. Простите меня, слушаю, я же объяснил вам. Нет, вы не объяснили. Бывают же такие случаи, верно? Не первый же такой случай у вас. Это у вас пропали билеты. У меня пропали. Но они вообще не пропали. Не пропали? Нет. Зайдите ко мне оттуда, в ту дверь. Спасибо. Я сейчас приду. Откройте окно, пожалуйста. Почему закрыли окно? Подожди меня. Пойдем? Все в порядке. Он обещал. Сказал, что постарается. Что с тобой происходит? Почему ты такой мрачный? Не нужно быть растеряхой. А ты находчивая, а я и не знал. Да. А что, это плохо? Не теряешься. Там, а? Ой, подожди, подожди, сейчас, одну секундочку. Да пусть войдет. Давай, заходи. Давай, заходи. Давай, так, заходи. Пусть посмотрит. Мне очень нравится. Так, форс-мажор, это непредвиденное обстоятельство. Чего? Ничего. Ничего. А это что, такое будет, да? Так и будет. Ты ничего больше не скажешь, нет? На твоей жене новая блузка. Фирма, покупаешь? А почем? Почем? Слышь, ну, мужья пошли. Почем? Нет, я своего не так воспитаю. Ты сначала мужа-то найди. Найду. Не беспокойся. Ты зеркало-то купи настоящее, супруг. Куплю. В новую квартиру. В новую, в новую. Когда это будет? Кстати, учти, твоя жена очаровательная женщина. А по-моему, застегнутый лучше. Дурачок. Сейчас все так носят. Грудь раскрыта, в этом весь шарм. Что? Шарм. Посмотри на букву Ш. Я так. У меня экзамен.
Ну, как дела? Нормально. В буфет пошел. А ты откуда знаешь? А ты который раз даешь? Хорошист. Слышь, ты, покажи билет. Ты. А? Билет покажи. Зачем? Ну, посмотреть. Ну, будь человеком, покажи билет. Ну, а он? Да не бойся, он не войдет. Да. Ну, что, тебе жалко, что ли? Слышь, ты, покажи билет. Ну, я же занимаюсь. Ну, что, тебе жалко, что ли? Не жалко мне, но я... Да иди ты. Я только посмотрю. Не жмись. Я посмотрю и отдам. На. О, посмотрю и отдам. Хороший билет. А. На, посмотри мой. А зачем? Что, тебе трудно посмотреть? Посмотри, тоже хороший билет. Не, ну мой. Слушай. Давай махнем. Да нет, ну что? Ну, я тебя прошу как человек. Он не записывает номера. Я третий раз хожу, и все не те билеты попадаются. Товарищи, вы мешаете. Ну хорошо, давай, все, назад. А давай. Я тебя как человека прошу. А я что? Я третий раз даю. Ну я второй, ну что? Ну, кто самый смелый? Кто пойдет отвечать? Отдай билет. Слушай, отдай билет, ну. Отдай. Per oggi le nostre attività sono finite. Ci vediamo domani. A che ora c'è la cena, Nelly? Alla sera. E prego la puntualità. No, bugie. C'è anche dove divertirsi. Ho capito tutto. Grazie tanto. Ciao. Ciao. Gigi. Здравствуйте, Нелли Викторовна. Здравствуйте. Как экскурсия? Все нормально? Да, спасибо. А где ваш дом? В каком смысле? В прямом, я вас подвезу. Нет, 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 я не домой. Нет. Пожалуйста. Нет, спасибо, я... Я прошу вас. Ничего не забыли? Да нет, кажется. Всего хорошего. До свидания. Извините, пожалуйста, я была в институте, мне сказали, что вы дома. А вы кто? Вы, наверное, удивитесь, Евгений Алексеевич, я Кононова. Сергея Кононова, жена. А кто такой Сергей Кононов, помимо того, что он ваш муж? Он ваш студент, заочник. Он вам математику сдавал, но, к сожалению, не очень удачно. Ну, хорошо. Пусть приходит. Вы меня извините? Но он уже приходил. Это уже по второму разу. Можно? Утирайте. Может, вам помочь? Не надо.
Так, ну вы садитесь где-нибудь здесь. Пустите, пожалуйста. Так. Пожалуйста, выслушайте меня. Я ведь не потому, что он мой муж. Он действительно знает не хуже других, я уверена. Уверена? Да, уверена. Так в чем же дело, если он действительно знает? Могу я с вами откровенно? Давайте. Как вы говорите, Сергей? Кононов. Кононов. Тут я действительно такого не помню. Не помните? Сейчас. О. Вот он. Ага. Вы понимаете, он такой, ну, не такой, как все. Ведь выучить все невозможно, вы понимаете? Угу. Но любой нормальный человек найдет выход из положения. Ну, подскажут что-нибудь. Ну, вы же были студентом, знаете, как это делается? Вы были студентом? Что, не были студентом, что ли? Ну, шпаргалки-то писали. Ну, ведь писали же шпаргалки. Ну, вот, писали. А он нет. Вот такой вот честный. Считает ниже своего достоинства. Хм, смотри-ка ты. Только вы уж не говорите ему, пожалуйста, что я у вас была. Ладно? Он к вам придет на следующей неделе пересдавать. Если вы, конечно, разрешите. Пусть приходит. Только, конечно, надо бы подготовиться. Да, ну что вы, конечно. Конечно, он подготовится. Я вам сейчас чаю принесу. Ой, да что вы. Да чаю не надо. Возьмите, труп пригодится. Это адрес. Я машину отослал, думаю, так будет лучше. У меня сегодня юбилейная дата. Ровно 15 лет назад я впервые приехал в этот город. Да? А куда мы едем? Мне лично совсем в другую сторону. Где здесь разворот? Поехали назад. Тебя ждали.
И ребенок голодный? Ну, чего же он голодный-то? Чего не раздеваешься? Подожди, раздевайся, ну. Что сделал? Ходил. Что случилось? Чей ход-то, ну? Ваша... Что это? Что это такое? Что случилось? Что случилось? Что случилось? Домой пришла! Ты чё? Я пойду, ребята. Сиди! Что происходит? Странно. Ну, с Маришкой мы играли, ну. Я что, гулял, что ли? Я на работе тоже был. И за Маришкой в детсад сходил. Нель. Ну я... что? Ну что случилось? Ну я же не гулял, число, ну. Нель. Он с работы ушел. Сам ушел. Обоюдно ушел. И они, и я. И клиенты само собой мешают. Они сидят, а я стою как дурачок. Правильно сделал? Ну, конечно, правильно. Что ты? Подлить горяченького? Ага. Хорошо. Спасибо. А тебе? Угу. Давай. Спасибо. Может, покрепче? Нормально? Сахар. Спасибо. Ну, бери, бери, не стесняйся. Сережа. Спасибо. А вы ешьте, ребята. Сережа, ну бери сахар. Ешь. Я не хочу. Мы предложили работать в почтовом вагоне. Да? В почтовом вагоне? Да. Ездить в почтовом вагоне, представляешь? Так а чего? Никаких начальников. Ты один. И вагон на колесах. Утром открыл глаза, а ты уж вон где. Где? Хочешь варенье? Mm-mm. А можно я у вас останусь? Конечно. Конечно, оставайся. Тогда я останусь. Ну и хорошо. Твой магнитофон? Мой. Нравится? Хороший. Когда вы зеркало-то купите? Купим, купим. Новую квартиру. Правда, Сережа? А ты отвернись, что ты смотришь-то? А куда ты собираешься? На работу. Как ты думаешь, можно ее еще носить? Можно? Можно. Ладно, Мишка. Давай, иди сюда. Ладно, Мишка.
Ну-ка, вылезай скорее. Усваиваешь? Да. Ты сдашь, я загадала. Да, конечно. Ничего не понимаю. Ты что? А? Курить начала? А ну-ка, брось. Ну, брось, говорю, ну! Брось! Давай уедем. Куда? Куда угодно. Ну, давай. Привет. Привет. Звонил твой Сережка. Да, что это он? Просил не говорить. Ну, ту английскую блузку хочет купить тебе. Ой, вспомнил. Скажи ему, что не надо. Что ты? Почему? Да так. Ты что, кого-нибудь ждешь? Нет, я просто стою, воздухом дышу. Понятно. У нас вечером намечается компания интересная. Да. Бери Сережку, приходите. Ты знаешь, может, придем? Конечно. Угу. Ну, буду ждать, счастливо. Счастливо, пока.
Где ты была раньше? Когда? 15 лет назад? 15 лет назад. Я была маленькая. Будем на ты, хорошо? Я не уверена, что это хорошо. Вы мой начальник. Я уже не ваш начальник, меня от вас забирают. Вот как? Везет. Скажите, пожалуйста, места свободны? I'm sorry, sir. We're waiting for a friend of ours. Да, he's coming in a couple of minutes. Понятно, понятно. Конечно, конечно. Will you please find another Спасибо, table? Извините. I'm very sorry. I admire you. Oh, thank you kindly. Давай выпьем. Давайте. За что? А не за что. Не любишь тост? Пойдем потанцуем. Потом. Здесь можно заказать любую музыку. Так прямо любую? Любую. И что же, все они заказывают? Конечно. Вот, можно судить по лицам. Ты какую музыку любишь? А я люблю Моцарта. Попробуй. Хорошо. Я не знаю, чем тебя еще удивить. А не надо. Я уже удивилась. Расскажи, как ты живешь. Так, как тебе хочется или нет? Не знаю. Не думала. Ты что больше любишь? Зиму или лето? Осень. Утро или вечер? Чай или кофе? А зачем это вам? Я должен знать. Я женюсь на тебе. Извините, у вас здесь свободно, нет? Да, да, конечно. Садитесь. Ой, спасибо. А, Вера, садись сюда. Здесь свободно. Ну, друзья, давайте знакомиться. Мы очень рады, что вы подошли. Очень рады. Правда, до этого мы вели интимную беседу. Но продолжать ее не имеет смысла, не правда ли? Ну что? Нет, конечно нет. Давайте-ка найдем какую-то общую тему. Недавно в Японии было очень сильное землетрясение. Очень сильное. Всех японцев трясло. Всех без исключения. Вина желаете? Нет. Так... Очень жаль, напрасно. Кстати, как вы относитесь к современным танцам? Не танцуете? Угу. Ну хорошо. Тогда вы нас извините, вы отдохните, а мы пойдем потанцуем. Чем ты это сделала? Вас удивить. Ах, вот как. Ну что ж, удивляй дальше. Хорошо.
Алло. Он что, включился? Алло. Он что, включился? А я набираю на всякий случай, думаю, а вдруг? Представляешь? Сережа. Да, представляю. Может, он давно включился, а мы и не знали? Может быть. Сереженька, я нахожусь у Яны. Я не приду домой, ты не волнуйся. Ты слушаешь меня? Слушаю. Сережа, Маришка спит? Маришка спит. Ты не волнуйся, ничего не случилось. Он что, включился? Вот и хорошо. Все будет хорошо, Сережа. Ну, роман у меня, предположим. Была в ресторане с одним человеком. Может, я от мужа уйду? Яночка, ты не предложила Нелли поужинать? Спасибо, я не хочу. Я предлагала, мама. Как жизнь? Как дела, Нелечка? Спасибо, хорошо. А твой муж не рассердится, что ты у нас? Не рассердится, мама. Он у нее не ревнивый. Они едут. Слышь, Нелли, они едут, папа с мамой. Пойди Маришку переодень. Нелли, пойди Маришку переодень. Она одета. Надень на нее красненькое платьице. Давай стихи повторим. А? Давай. Обойдутся твои родители без стихов. А почему мы так разговариваем, а? Я же спрашиваю, почему так разговариваем? Не знаю. Пойди переоденься. Я же прошу, пойди переоденься. Не буду я для них переодеваться. Сядь, пожалуйста. Сядь. Ну? Я люблю тебя. А ты? Ты считаешь, нам надо об этом говорить? Ну, мы так давно с тобой об этом не говорили. Значит, упустили время. Не смотри на меня. Ну, отвернись, пожалуйста. Ну, а с каких пор ты стала меня стесняться? Слышишь? А? Знаешь, мне холодно.
Сегодня мы празднуем день рождения нашей дорогой внучки Марины. Там, три года тому назад она осчастливила мир своим присутствием. Вместе с ее появлением на свет появились у нас и другие надежды. Надежды на ее родителей, Сережу, ну, и Нелю. Хватит, хватит. Что хватит? Что хватит? Говорите, нет, говорите, интересно. О, другим же интересно послушать. Вот, значит, за здоровье нашей дорогой внучки Марины. Будем здоровы. Ты все хорошеешь, Нелечка. Вы тоже. А что нам остается? А как у тебя дела, Сергей? В институте как, хорошо? Ну как? Ну как, занимаешься, как вообще? Пап, ну нормально как. Нормально. Он молодец, совмещает. И работает, и учится. У других сыновей бывает ловчат, чем стараются поудобнее, устроиться полегче. А он трудится. Ну что поделаешь, он отец семейства. Надо успевать. Вот помнишь, мы говорили, ранние браки, не крепкие там. А вот у них ранний брак, а вот как спаянные. На веки вот не разорвешь, конечно. Налей, полодей, стаканы, кто врет, что мы, брат, пьяны, мы веселы, только, ей-богу, ну кто ж так бессовестно врет, налей. Почему ты молчишь? Я не молчу. Поговори со мной. Я говорю. Не разводиться же нам. Время кончилось. Сейчас. Ладно. Вот тут, понимаете, значит, вот сразу. Ну, смотрите, как это решается. А. Б. Давайте вашу зачетку. Нет. Может быть, какие-нибудь вопросы? Я готовился, честное слово, готовился. Я... Пожалуйста. Так. Ну, что вам поставить? Пятерку, четверку? Что? Я пятерку не заслужил, конечно. А тройку заслужили. Ставьте, что заслужил. Сергей Михайлович. Сергей Михайлович, давайте поговорим откровенно. Попробуйте, если сможете. Ну, стоит вам так мучиться. Точные науки – это... Очевидно, не ваше призвание. Что ж, мне советуете бросить институт? Ну, такой институт, как наш, он требует особого дарования. Видите ли, огромное большинство людей заняты не своим делом. От этого неполадки в жизни, в том числе в частной жизни. А вы это всем говорите, кто плохо сдал экзамены? Нет, не всем. Вы мне симпатичны, Сергей Михайлович. Вот я вам и говорю. Вы мне тоже. Ладно, я вот тут расписался. Ставьте себе любую оценку, какую хотите.
Вот здесь я живу. Извини, беспорядок. Да ничего. Садись. Я не думал, что приду не один. Не думал? Ну, как тебе сказать? Чай или кофе? Все равно. A fool to hold you, to seek a kiss not mine alone, to share a kiss the devil has known. Time and time again. Time and time again I went away. But then would come the time. Вызови такси. Я прошу тебя. Once again these words I'd have to say. I'm a fool to want you. Pity me, I need you. I know it's wrong, it must be wrong, but right or wrong, I can't get along without. Так что у тебя с ней? Она что, придирается, что ли? Нет. Ну, а с ребенком как? Хорошо, понимаешь, красивая она стала. Когда женились? Так, девчонка, девчонка, теперь красивая. Может, изменяет? Изменяет или нет? Не знаю. Thank you.
ночь на улице. Я люблю тебя. Я знаю. Прости меня. Не надо плакать. Не плачь. Все хорошо. Начнем сначала.